Почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков предложил, чтобы в контексте пандемии COVID-19 глава государства снова избирался парламентом. Об этом политик написал на своей странице в соцсети. По словам Дьякова, в последние дни все больше важных людей высказывают свое мнение относительно президентских выборов. Некоторые предлагают отложить их в связи со вспышкой коронавируса. «Я согласен, что влияние этого несчастья на наше общество будет трудно оценить сегодня. Убежден, что нормальная избирательная кампания будет невозможна на фоне тех бед, которые нас ждут. Вот почему я предлагаю обсудить не перенос этих выборов, а возвращение к выборам президента в парламенте», – сказал политик. Дьяков предлагает партиям бороться за кресло премьер-министра. Лидер Демпартии Павел Филипп, похоже, не разделяет идею своего однопартийца. По его словам, это предложение не отражает позицию ДПМ. «Это личное мнение моего коллеги», – сказал Филипп. По мнению бывшего премьер-министра, эпидемиологическая ситуация слишком сложна, чтобы сейчас начинать дискуссии о президентских выборах. «Я не думаю, что эта идея уместна даже на уровне обсуждения, особенно сейчас», – кратко прокомментировал Павел Филипп. Напомним, 4 марта 2016 года Конституционный суд вынес решение о внесении изменений в Конституцию и постановил, что президент должен избираться в ходе прямого голосования. Это произошло после того, как Владимир Воронин был дважды избран главой государства в парламенте в 2001 и 2005 годах. В ноябре 2016 Игорь Дадон был избран президентом республики прямым голосованием.